Когда-то на месте этого участка была местная свалка, овраг был затянут буреломом и бурьяном. Сейчас в это верится с трудом. Аккуратные лужайки и цветочные композиции преобразили ландшафт до неузнаваемости. Один из основных недостатков местности – крутые склоны – стали настоящим украшением сада. Он настолько крутой, что он осыпается. Это край леса. А сам дом находится намного ниже. То есть тут очевиден перепад в несколько метров. Как его закрепить? Решили следующим образом. Это двойная подпорная стенка. Первая стенка выше – это забор. И вторая стенка ниже, она тоже около 2 метров, несущая вот этот вот склон. На склоне высадили почвопокровные многолетники, очитки всевозможных сортов. Никакой упорядоченной посадки, просто несколько цветных пятен. Одно плавно перетекает в другое. Таким образом заполнили все пространство склона. В качестве горизонтальных акцентов – декоративные кустарники и хвойники. Здесь была такая идея сделать, как будто бы это предгорье Уральских гор с элементами Альп, скажем так. Поэтому сюда добавили немножечко бутового камня. И со временем вот эти вот растения, которые там сейчас растут, они эти камни дополнительно укрепили. Очитки затягивают почву уже на 2-й год, хорошо растут практически везде, так что такие многолетники – отличный способ украсить открытый участок практически любого размера. Хвойные и декоративные кустарники разрастаются не так быстро, однако если подобрать культуры, привычные к нашему климату, они тоже станут достойным украшением сада.